И еще об одной достопримечательности Красноярска. Шпиль речного вокзала привели в порядок. Стальную конструкцию укрепили. Ближайшие лет 50 она будет держаться крепко, говорит собственник здания. Сооружение также очистили от грязи, которая скапливалась там годами. Близость к центру и проезжей части сыграли свою роль. Все здание покрывается копотью даже сейчас, когда идет реконструкция. Работы в самом разгаре. В центральной части речного вокзала теперь есть новая кровля. Скоро строители займутся наружной лестницей южного фасада. Полностью закончить ремонт обещают в следующем году. Мы восстановим лестницу наружную южного фасада в том виде, каком она была задумана автором проекта, какая она была выполнена. Да? Каких-то отступлений мы не совершаем. Внешне он не будет отличаться от первоначального проекта.